Menino preocupado aqui. А если не хочешь повторять мантру, что делать? Да. Еще какие есть варианты? Поклоняться Кришне. Не слушать ум, да? А слушать душу. А представители души кто у нас еще есть? Кришну, Гуру, преданные, да, если мы будем с ними общаться. Прабхупада. Да, Шрила Прабхупада. Пример такой. Да, преданные будут нам помогать тогда. Считать Шримад-Бхагаватам. Да. Какие вы умнички. Ну хорошо, видите, правильный путь. Мы уже с вами обсудили. Очень хорошо. Хорошо тогда. А где у нас сладости? Сейчас мы тогда раздадим сладости и продолжим. Как раз сейчас мы все это вот эти вот вещи, о которых мы говорили, сейчас мы более подробно обсудим. И послышать и детки. Ух ты, шустрый какой, ты видишь? Да, ну хорошо, ладно. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну. Говорите, Харе Кришна. Кому даю, Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кто еще? Девочки. Харе Кришна. Харе Кришна. Молодцы, какие умнички. Кто-то еще есть? Кто скромный? Ну хорошо, какие молодцы, какие умнички. Они, у них нюх очень хороший. Да, они очень чувствуют, где преступник. Я один раз поехал, ну, как подтвердить это, что надо следовать всем правилам, потому что у них нюх очень хороший у полиции. Кто нарушает, они их чувствуют, им параматма тоже подсказывает. Если они в медитации, хорошая. Я в один раз, несколько лет назад уже это было, тоже в Литве, я так подъехал на машине, встал возле стоянки, вот, и стою. А смотрю, полиция стоит возле стоянки супермаркета. И я такой думаю, ну, пусть подожду, думаю, пускай они уедут. Ну, и сижу в машине, не выхожу. Ну, пусть они уедут, что буду ходить, там, распространять книги, что-то они там, не знаю, понравится, не понравится, в общем, так, думаю, пускай они уедут. И я такой ждал, там, 5 минут, 10 минут. Но они не выезжают. Вот, думаю, ну что такое, уже время идет, мне же распространять надо. И я такой, думаю, ну ладно, поеду я к другому там магазину в этом городке, там другой супермаркет. И я такой выехал к тебе, и такой поехал. И раз эта полиция сразу за мной такая, оп, за моей машиной такая, поехала за мной. Вот. И я такой, только выехала за мной, едет, раз, включила мигалку, все, остановитесь. Там. Ну как бы, то есть включайте мигалку, это еще. Не, не сирена, просто мигалку включаю. Так это значит, надо остановиться у них такой. Ничего не кричат, выход как у нас, да? Полиция остановится, принять право, да. Кричат так, да. Ну вот, а видишь. Там они так не кричат. Вот. И я такой думаю, что ну, остановили меня, подошли ко мне. Вот. Я достаю свои документы. Вот. А мне машину давали, там директор преданный, один директор фирмы, что я там распространял. Вот. И они, я даю все документы, там техпаспорт, там техпаспорт, техталон, там, в общем, документы даю. Они посмотрели и смотрят, у меня просроченный техталон и просроченные что-то еще там.